В начале этой праздничной программы позвольте мне озвучить несколько слов. Конечно же, в первую очередь мне хотелось бы выразить огромную благодарность нашим дорогим, уважаемым партнерам, тем людям, которые помогли создать этот проект. Давайте мы поаплодируем этим людям и поблагодарим их от чистого сердца. И в первую очередь, конечно же, я хотел бы поблагодарить генерального партнера конкурса «Айратские таланты». Салоны связи «Айрат» в лице генерального директора Насиновой Елены Александровны. Давайте поаплодируем этим людям. Конечно же, также мне хотелось бы добавить и поблагодарить профессиональную команду мейкап-студии Beauty Bright в лице Айсе Ажаевой за то, что помогла создать образ нашим красавицам-девчонкам для того, чтобы воспроизвести все это и показать наших девочек в полной красе. Да? Студия Beauty Bright. Также хотелось бы выразить огромную благодарность Екатерине Суржо, которая подготовила эти декорации, благодаря которым мы смогли снять эти клипы. Давайте поаплодируем. Екатерина Суржо. Я не знаю, сейчас присутствует в зале или нет. Также хотелось бы выразить огромную благодарность студии звукозаписи Doremi Music Руслану Дулееву за поддержку и за запись треков, которые вы слышали уже. Также огромную благодарность хотелось бы выразить студии звукозаписи Sensor Trackers в лице Димы Антонова и Ачиры, этим молодым ребятам, которые также помогали в создании и в записи наших аудиозаписей. Конечно же, завершение благодарности, да, наше? Нет, на сегодня это еще не завершение, но в начале этого прекрасного вечера позвольте мне поблагодарить человека, который сегодня находится в зале и очень сильно волнуется, да? Это создатель проекта, он сегодня и оператор Максим Цитенов, друзья мои. Ваши горные аплодисменты. Я прошу прощения, но я думаю, меня и так слышно, да? 1, 2, 3, 4. Все на месте. Я думаю, меня и так слышно. Друзья мои, уважаемые дамы и господа. Хотелось бы немножко рассказать о нашем проекте. На самом деле, идеи проекта Максим носил очень-очень давно, очень много лет назад. Он мечтал сделать что-то такое, что послужит стартовой площадкой для наших молодых, талантливых ребят, для нашего подрастающего поколения. И сегодня, друзья мои, это наш первый опыт. Поэтому, я думаю, не судите строго, как говорится, это наш первый опыт. Я думаю, что все равно, как бы там ни было, все прошло хорошо. Вы знаете, 17 ноября 2017 года мы провели кастинг, да, всем прекрасно известно об этом. Мы услышали 58 номеров, которые присутствовали на кастинге. Из них, на наш взгляд, ну так получилось, что мы выбрали 8 участников. Давайте мы еще раз просто поаплодируем нашим финалистам и пожелаем им всем сегодня просто удачи. Они очень сильно волнуются, и они хотят вашей поддержки. Друзья мои, можно это сделать очень громко, в унисон? Вот это уже другое дело. Но я думаю, что пришло самое время начать наш концерт. И сейчас я хотел бы под ваши горные аплодисменты пригласить сводный ансамбль народных инструментов «Этна школы» Республиканского центра детского творчества под руководством Гирилл Буваев. Друзья мои, давайте поприветствуем их. Под ваши горные аплодисменты я приглашаю и открываю наш финальный. Итак. Thank you.
ваши бурные аплодисменты, уважаемый зал. Дмитрий Шараев, друзья мои, под ваши бурные аплодисменты. Намен Зугар, Лазалатнер, Кинтек Ичнер, Удайна Юрдин, Биликтнер, Гиджей, Эн Марган, Даулин Гиджина, Тикадуна Цухта, Андрегиби, Наран Ильсентн, Хенто Урлсентн, Интернет, Тарат Халесентн, Масад, Татндан, Байр Крюкджина, Удатана, Кюкид Улхла, Джиллер Весе, Билик Ритмер, Чеджен Дюрули, Гиджа, Тадиги Вереджина. Дмитрий Шараев! Ну, как вы уже поняли, что у нас сейчас такая идет очень интересная программа. Этот небольшой такой разогрев, можно так его назвать своими словами, продолжает также человек, который очень давно заявил о себе. Я думаю, что сегодня этот человек играет огромную роль, когда он появляется на сцене, да? Это человек, который также несет в себе народное творчество. Это человек, который также полюбился нашей республике. Друзья мои, под ваши бурные аплодисменты я приглашаю заслуженный артист республики Калмыкия Кутлан Мухабенов! Thank you.
Мне с радостью хотелось бы пригласить этого человека на эту прекрасную сцену. Это также человек, который несет в себе огромное количество светлых эмоций. Человек, который полюбился также нашей публике. Человек, который сейчас появится на нашей сцене. Под ваши бурные аплодисменты я приглашаю Лиджи Горяев! Thank you.
Анжела, спасибо большое. Всем удачи. Ну, а я продолжаю наш концерт далее. И сейчас мне хотелось бы также пригласить на нашу сцену человека, который знаком мне очень-очень-очень уже давно. Даже не просто знаком. С ним меня связала судьба в 2000 году. Ровно 18 лет назад. Это человек, которому мы прошли очень такой длинный, тернистый путь. Друзья мои, позвольте мне пригласить на нашу сцену Рустам Баджаев. Под ваши бурные аплодисменты. Как настроение у вас? Отличное? Давайте еще громче похлопаем нашим ребятам, потому что они там переживают, волнуются. Да, вот эти особенно два парня похлопали посильнее. Да. Не холодно, не замерзли? Тогда немного солнца вам в зал. Поехали. Старая добрая песня, которую я пою уже 5 лет. Вот. Но она мне просто нравится, поэтому я ее пою. Для вас лучше солнце золотого. Если знаете слова, подпевайте. Можно микрофон чуть-чуть включить, пожалуйста? Спасибо большое. И музыку чуть-чуть. Теперь ты знаешь, я точно вернусь, вот на ветром порвусь, тебе прикоснусь. Любовь заглянет с другой стороны, одна ее приведет весна. Ночь пройдет, наступит утро ясное. Знаю, счастье нас с тобой ждет. Ночь пройдет, пройдет пора. Больше, чем в силах вернуть за эту любовь, что давала вдохнуть. И час, когда луна прекращала светить, она мне помогала дорогу найти к нашему лету и согревала теплом и светом. А ночь пройдет, наступит утро ясное. Знаю, счастье нас с тобой ждет. Ваши аплодисменты, Рустам Баджаев, друзья мои, на сцене. Да, мы продолжаем этот вечер далее. Ну как, настроение уже улучшается, зал? Хотелось бы, наверное, прежде чем пригласить этого человека на нашу сцену, наверное, подчеркнуть. Это человек, который был одним из участников кастинга «Арабские таланты». Это человек, который сегодня также проявил огромное желание выступить на этой сцене и поддержать своих друзей. Всех тех ребят, которые прошли финал. Друзья мои, давайте мы просто подарим этому человеку особые аплодисменты. Также участник конкурса «Айратские таланты» Бадр Бенцинов, Ксан Икс, приглашается на нашу праздничную сцену. Thank you.
Спасибо. Ладно, не уходи, пожалуйста. Друзья мои, можно поаплодировать еще раз этому человеку? Вот также участник конкурса «Айратские таланты». Ватер, ты молодец, красавчик. Вот сегодня пришел просто поддержать финалистов. Спасибо, Ватер. Давай удачи тебе, успехов во всем. Я завершаю наш разогрев с песней, которую просто посвящаю нашей столице. Желанный покой, возвращаясь домой из чужих городов, каждый раз я стремлюсь всею душой, и пусть нас разделяют с тобой километры дорог. Хоть во сне возвратиться туда, где бескрайние степи, где родимый исток, и где рады мне будут всегда. И куда бы ни вела меня кочевая судьба, возвращаюсь к тебе, моя Элиста. Мне не станут другие родни никогда города. Я душой стремлюсь в моей степи всегда. Вновь ощутить все молитвы, что знаю, много раз повторить, барабаны священные много раз прокрутить. Я хочу побродить по любимым местам, детство и юность беспечно прошли, убедиться опять, что моя Элиста самый добрый и лучший город земли. И куда бы ни вела меня кочевая судьба, возвращаюсь к тебе, моя Элиста. Мне не станут другие родни никогда города. Я душой стремлюсь в моей степи всегда. Завершаем наш разогрев. Итак, под ваши бурные аплодисменты я приглашаю на нашу сцену Веронику Болдыреву. Композиция
на произведение Петра Чирыча Чункушова «Степные эскизы». Финалистка конкурса «Айратские таланты» Вероника Болдырева. Екатерина Горяева с песней «Үсіне Гельгер» в дуэте с нашей замечательной исполнительницей, с Дианой Басханжиевой. Друзья мои, встречаем Екатерина Горяева и Диана Басханжиева «Үсіне Гельгер». Заняла, запяла песни для веселья.
продолжаем. И на сцену приглашается финалистка конкурса «Айратские таланты» Диана Лавысова и Лиджи Горяев с песней «Зальварган». Хачар деркедав тулма, хар келен утулма, харштан асан утулма. Екшен тингир ширтне, долам бургундан шитне, зальвархла ситкилим амарна, совжасын чечим таларна. Екшен тингир ширтне, долам бургундан шитне, зальвархла ситкилим амарна, совжасын чечим таларна. Выступление наших финалистов, и сейчас на сцену приглашается также финалист конкурса «Айратские таланты» Наран Мандеев и Хаглина Цурюмова с песней «Perfect». Встречаем! I found a love for me. Follow my lead. Well, I found a girl.
Аплодисменты ваших не слышно? Адрес! А вот он! Адрес! Вероника Болдырева! Фольклорный ансамбль поселка Челгир Тегинайс. Ваши аплодисменты! Исполнял Дмитрий Шараев! Марина Гецелева, встречаем! И Рустам Бажаев с песней «Тень на земле». Нет смысла сюда. Снова рассветы и снова закаты. Все, что оставлю, лишь тень на земле. Рассветы, закаты, будет мне сниться и тень на земле.
будут мне сниться рассветы и закаты, будет мне сниться и день на земле. Лишь день на земле. Лишь тень на земле. Лишь тень на земле. Лишь тень на земле. Yeah.
Надежды, финалистка конкурса «Айратские таланты». Агня Бушиева с песней Рианны «Love on the Brain». Привет, Алиста. Спасибо, что вы собрались сегодня. Надеюсь, ради нас. Трогай мои руки, они холодны. Мне твердили, что мы не одиноки. Но почему остались только мои строки? Найди с собой, провожу все эти монологи. Да, я герой с этих гребаных историй. Он только по инде свой нужный со старой шел с ней вровень. Но теперь я осознал, что каждый из них в трепостучке обман. Не знаю, как у тебя там, у меня темнота, мрак. Голый снова бардак, весь ток дерьма, брат. Все потерял себя уже, как год назад, а. Йоу, ты не видел мой притон, я больше их не видел. Два типа за бортом, за шею кину более пардон. Что ты говоришь, что у нее том мой? Пов один этот мой висок, ты свой смотрел окно. Мечтал взорвать, да мне стоп, не сон, грусти умрут давно. И все, что я хотел, это лишь тебя луптом, романтичным кино. Все, что я хотел, это быстро твою рутину. Взамен мы пролетали эти полные боли картины. Тону, пусть никто месяц, я продолжу кручусь. В этом замесе, пустил весь сок, тихо только весь. Мои тексты тяжелы для тебя. Пальцы как маленький парень с руку пали под кольт твоего сознания. Бой не хочет быть другом, полететь за мной. Бррррр! Начал делать рэп, я понял, что нашел свое предназначение. Но в ответ летело мне. Закрой свой рот. Самое начали в моем никуда. В рюкзаке сейчас мечтаю я подняться. Только лишь на музыке. Ты думал, победил вон на пяти. Ты думал, на пятах ты король на тим. Такой дурной на всю голову. Моя ряк пробили. И ты понял, ты что на пятах. Мне что у тебя к тебе. Тебе работать не было, как тебе так. Ты так, ты так, ты так, ты не попал. Никак, мой рэп полный враг. У меня новый фраг. Это как вам, не будь, я то, что вам достигнуть мне тогда. Точно. Я как кама, пуля, буду драться. Ну а вы все будете тебе повидали. Так, эй, музыка, вода, вида, сердце, перекат. Это был сутящий, когда ты попытал, ведь никак ты не верил нам. Я передал, беда, хвас, тобой круто, говорит Гудман. Спасибо, дорогие друзья, то, что я уверен, в этом зале есть люди, которые нас поддерживали. И хотим вам выразить огромную благодарность. Хоть мы проиграли, но мы не отчаиваемся, так что ждите, вы еще нас услышите. Спасибо за внимание. Thank you.
Финалистка конкурса «Айратские таланты» Даяна Каркаева. Композиция «Every Breath You Take». Еще раз поаплодируем нашим участникам. Вот такой вот, друзья мои, состоялся отчетный концерт конкурса «Айратские таланты». Уважаемые друзья, мы будем стараться делать этот конкурс с каждым годом все интереснее, все лучше, и стремиться к совершенству, стремиться сделать этот конкурс очень ярким, перспективным. Но, конечно же, без вашей поддержки мы никуда не денемся, далеко не убежим. Поэтому спасибо за вашу поддержку, за ваше внимание. Огромное спасибо за ваших детей. Дай Бог просто родителям и всем родным, близким, нашим участникам здоровья, крепкого всем, просто долгих лет жизни. И еще раз спасибо за то, что вы есть. Спасибо, что у вас есть такие прекрасные, замечательные, талантливые дети. Ну а сейчас я хотел бы пригласить на нашу праздничную площадку человека, который поддержал этот проект от начала и до конца. Человек, без которого бы этот конкурс не состоялся. Эти люди, которые также вместе с нами переживали на протяжении всего этого времени. И я под ваши бурные аплодисменты приглашаю генерального директора салона связи «Айрат» Настинову Елену Александровну под ваши бурные аплодисменты. За ваши бурные аплодисменты человека, который вложил очень много усилий для того, чтобы этот конкурс состоялся. Друзья мои, ваши аплодисменты генеральному партнеру конкурса «Айратские таланты». Здравствуйте, дорогие мои. Я вместе с вами также сегодня волнуюсь, точно так же присутствовала в зале и смотрела на все вашими глазами. Сегодня уникальный день, наверное, потому что наши звезды, звезды калмыцкой эстрады сегодня были на разогреве, да, у всех детей, у всех финалистов. Поэтому я говорю, точно уникальный день. Давайте вернемся, как вы поняли, сейчас будет самое главное. Это будет награждение. Но я хочу сказать пару слов о предыстории этого конкурса. Больше чем три месяца назад, где-то в октябре, Максим озвучил свою идею, свой проект, который он хотел осуществить, поделился с нами этим проектом. И мы решили его поддержать, потому что все цели и задачи этого конкурса «Айратские таланты», они совпадают наши и его цели. Наша цель вообще основная, совместная, это выявление талантливых детей. Выявление этих детей, а основная задача конкурса – это помочь талантливым детям, одаренным юношам и девушкам поверить в себя, заявить о себе, найти свою аудиторию, найти своего зрителя, и чтобы как можно больше людей узнало об этом. И я думаю, что именно этого мы достигли. Сегодня и на протяжении всего конкурса мы видели, как работают эти дети. Многие из них, финалисты этого конкурса, они впервые записывались на студии, с ними работали профессионалы. Многие ролики записывал Максим, тоже работали впервые на камере. То есть они приобрели необходимый опыт, необходимые навыки, умения. Наши звезды калмыцкой эстрады, вот видели вы дуэты, они работали с детьми на студии, они делились опытом. И вот это самое главное, вот это, мне кажется, и бесценно. Думаю, что цели и задачи, Максим волнуется, мы волнуемся вместе с ним, наши вот друзья его, артисты, тоже все волнуются. И сегодня, я думаю, что можно, Максим, тебе расслабиться и сказать, что действительно все получилось, все удалось. Я смотрю из зрительного зала за ними и восторгаюсь, и восхищаюсь. И есть, они у нас на протяжении 3 месяцев, они у нас стали настоящими звездами, да, звездочками калмыцкой эстрады. А новые имена, которые мы сегодня слышим, они имеют свою аудиторию, они имеют своих поклонников. Я вижу, что это настоящие мастера, и все, что дальше будет в их жизни, в их творчестве, это все будет зависеть от них. Но вот
сама идея этого конкурса, я думаю, мы достигли ее, да, что мы зажгли новых звездочек. Их знают в Республике Калмыкия, эти фамилии на слуху, ими гордятся родственники, знакомые, родители, бабушки, вся семья, одноклассники. То есть мы хотели, у нас это получилось. Что я хочу пожелать финалистам? Финалистам этого конкурса хотелось бы пожелать дальнейших творческих успехов, новых побед и, конечно же, не останавливаться на достигнутом. Надо идти вперед. Урала! Ну а теперь мы так подготовились, хотим, чтобы память осталась у каждого. Диплом финалиста. Награждается финалист детского конкурса «Айратские таланты» Диана Лавысова. И такой маленький подарочек от салона связи «Айрат». Диплом финалиста. Награждается финалист детского конкурса «Айратские таланты» Наран Мандеев. И подарок, пожалуйста. Спасибо. Мы гордимся каждым из вас. Диплом. Награждается финалист детского конкурса «Айратские таланты» Вероника Болдырева. Наша звездочка танцевальная. Награждается финалист детского конкурса «Айратские таланты» Екатерина Горяева. Награждается дипломом финалист детского конкурса «Айратские таланты» Марина Гетцлева. К волнительному мероприятию. Дипломом третьей степени награждается Убушиева Агни, занявшая третье место в детском конкурсе «Айратские таланты». Поздравляю. И денежный приз, маленький денежный приз. Награждается Кайши Дряпс, Ачиргалеев Аюш и Аксенов Данзан. Наконец-то мы будем знать их. И маленький приз денежный. Наши поздравления нашим ребятам, всем финалистам. Ну и диплом победителя награждается Даяна Каркаева, занявшая первое место в детском конкурсе «Айратские таланты». Ваши бурные аплодисменты! И денежный приз 50 тысяч рублей вручается Даяне Каркаевой. Даяна Каркаева, финалистка нашего конкурса. Ваши бурные аплодисменты всем! Победитель конкурса «Айратские таланты». Я думаю, зал со мной согласится. Это настоящие звездочки. Это настоящие победители. Они все, они преодолели себя. Они научились многому за эти 3 месяца. И сейчас они настоящие победители. Все вместе. Поэтому давайте поаплодируем. Спасибо вам, что вы пришли и поддержали. И поддержали Максима, нас и артиста. Спасибо большое. Спасибо большое, Елена Александровна. Спасибо большое всем. Ваши бурные аплодисменты нашим айратским талантам. Поистине, айратским талантам. Вот они, друзья мои. Это первооткрыватели нашего конкурса. Я думаю, что ребята спустя много-много лет будут вспоминать этот вечер позитивным эмоциями. Спасибо большое ребятам. Спасибо родителям. Спасибо всем. Спасибо большое, салон связи «Айрат», за огромную поддержку. Спасибо большое, уважаемые.
наши дорогие, родные, близкие, все, кто сегодня пришел поддержать наших финалистов. Просто дай Бог вам еще раз всем здоровья, удачи, благополучия и всех-всех человеческих земных благ. Спасибо, всем удачи и до скорых встреч, друзья! Yeah.